Добрый день, уважаемые зрители. В 10 часов 30 минут по московскому времени начинаем наш внутренний анализ по валютному рынку. С вами, как всегда, в это время Василий Петков, преподаватель Инвестиционной академии Альпари. Вижу, что плюсики пошли, то есть понимаю, что с трансляцией все нормально. Соответственно, могу открыть свой рабочий стол. И первое, что мы должны сделать, посмотреть все индикаторы, ключевые события, которые были вчера, что у нас впереди до конца недели, так как сегодня пятница, и потом рассмотрим, обсудим, как все это может повлиять на ключевые или мажорные валютные пары, которые мы рассматриваем. Соответственно, давайте посмотрим, что было в четверг. Значит, после нашего вчерашнего внутридневного фундаментального анализа выходили данные по... Выходили данные по европейским странам от маркета в секторе услуг. Мы видим, что рост идет в Испании, в Италии практически без изменения по сравнению с оценкой, конечно, мы чуть ниже, но все-таки на уровне предыдущего значения. Схожая ситуация практически и в Франции. Мы увидели, что во Франции производственная сфера немножечко сузилась, но практически то же самое и в секторе услуг. По Германии индикаторы выходят на уровне предыдущего значения, и общий европейский чуть-чуть не дотянул до ожиданий. То есть в двух словах можно сказать, что заметен вот этот поэтапный экономический рост во всех ключевых странах еврозоны и в еврозоне в целом, то есть во всем Европейском Союзе. На самом деле я хочу сказать, что чисто лично я из-за любопытства рассматриваю и другие страны, которые входят в Евросоюз, но не входят в еврозону. Указывается, что сейчас потихонечку начался более высокий экономический рост в новых странах Евросоюза, это страны в Восточной и Центральной Европе, по сравнению со старыми практически членами Евросоюза. То есть ситуация практически по экономическому улучшению в новых странах Евросоюза чуть лучше. Соответственно, идем дальше. Мы видим снижение розничных продаж. Это может быть некий откат. В целом, в годовом выражении у нас хороший рост, плюс это запаздывающий индикатор за октябрь. В это время был опубликован индекс деловой активности в секторе услуг от маркета за ноябрь по Великобритании. Видно, что значение вышло лучше ожиданий. И на самом деле можно сказать, что европейская статистика более или менее она чуть выше нейтральной, то есть для меня она позитивная, в том числе и по Великобритании. Соответственно, идем дальше. На самом деле здесь есть намеки о хоть и маленьком повышении заработной платы в секторе услуг, и то, что потихонечку и цены на услуги потихонечку начали подниматься. То есть впервые заметен такая начальная фаза разгона инфляции в секторе услуг в Великобритании. Идем дальше. Индекс сокращения рабочих мест по США. Идет некое замедление сокращения рабочих мест. На самом деле, среди лидеров это сектор энергетика, где добываются нефть, газ. Вот там идет сокращение. И, конечно, ключевое событие это было решение Европейского центрального банка. Какое решение принял Европейский центральный банк? Они ключевую процентную ставку или минимум битрейт не изменили. Вряд ли бы они ее бы и изменили. Ставка по кредитованию сохранилась на предыдущем уровне, а вот по депозитам снизилась от минус 0,20 до минус 0,30. То есть во время публикации решения это видно, что Центральный банк Европы снизил депозитную ставку чуть-чуть. Потом выходили индикаторы по США, и, конечно, самое важное событие – это пресс-конференции, комментарии ЕЦБ по монетарной политике. Что произошло? Значит, Европейский центральный банк не расширил программу выкупа активов, сохранил ее на предыдущем уровне, то есть объемы будут составлять, как и раньше, около 60 миллиардов ежемесячно, но они продвинули срок,
То есть, если раньше, давайте мы зайдем на страничку ЭЦБ, если раньше они утверждали, что будут выкупать активы до конца сентября 2016 года, то сейчас в новом решении написано, что это, скорее всего, будет до конца марта 2017 года. То есть на 6 месяцев, чисто теоретически, они увеличили вот этот срок. Давайте я сейчас все-таки открою вводную речь господина Драги во время пресс-конференции, потому что так это нам не нужно. Introduction statement. Вот они все меры, которые практически на 10 базисных пунктов снижения депозитной ставки. Программа расширяется до конца марта 2017 года. Я в дополнение хочу сказать, что господин Драги уже последние 3-4 месяца нам давным-давно говорили, что программа, скорее всего, будет продолжена после сентября. И я помню даже во время последнего заседания, которое было в октябре, если не ошибаюсь, господин Драги еще тогда уже давал намеки, четко и ясно говорил, что мы уже давно говорим, что программа, скорее всего, будет и теоретически она будет и после сентября 2016 года. То есть я помню, что они и в октябре, можете это прочитать в тексте на самом деле, он говорил, рынок должен понимать, что мы уже говорим это не впервые, это не нечто новое. Соответственно, то, что мы вчера обсуждали и на протяжении этой недели, что расширение срока – это нечто относительное. Это практически некое обещание, которое может быть выполнено, может быть не выполнено до окончания практически предыдущего срока. Все равно было там 9, 10, 11 месяцев, то есть год. То, что они расширили на 3-4 месяца или там 6, в известной степени это предполагалось. Если бы они сказали до конца 2016 года, это вообще бы было бы некое незначительное действие со стороны ЦБ. Идем дальше. Следующая мера. Реинвестиция поступлений от вот этих ценных бумаг, которые будут у них на балансе. Это третья мера. Четвертая мера, которую принимают Европейский центральный банк. Они меняют... То есть смягчают немножечко требования по активам, которые будут классифицированы для покупки во время этой программы. Вот они уже включили и долговые инструменты региональных и локальных правительств в еврозоне, то есть регионов. Мы видим, что схожее решение было принято и в сентябре, когда они вот эти требования там от 33 до 25% снизили. Следующее, вот еще одна процедура, которую они подключают к 2017 году, и, соответственно, они приняли 5 мер. Другой вопрос, конечно, насколько это было сильно для евро, то есть негативно или позитивно, но я думаю, что депозитную ставку, это, как мы говорили, вряд ли так сильно может повлиять на евро. То, что они продолжают программу выкупа активов, эти намеки, эти утверждения уже были давным-давно. Все-таки мы понимаем, что вот как они ее продолжили, так они и в следующем году вдруг при улучшении могут и поменять. Соответственно, вот в целом, какова была риторика, каковы были новые изменения. На самом деле были вопросы во время конференции, и тут я прочитаю один вопрос и ответ. Был такой вопрос к Марио Драги. Вам не кажется, что вы немножечко разочаровали рынок, учитывая, что рынок предполагал, вы раньше как будто утверждали, что будете принимать более агрессивные меры, а то, что вы приняли, это практически из всего, что вы обещали, самое-самое маленькое, то есть даже здесь написано in the lower bound, то есть из всех возможных мер вы приняли самое неагрессивное практически. Вот вы не думаете ли, что вы немножечко разочаровали рынок? Господин Драги вот как ответил, потому что я знаю, что, уважаемые зрители, кто-то мне будет задавать этот вопрос. Я обычный преподаватель и поэтому показываю слова
большого эксперта, ключевой фигуры Марио Драги, как он ответил на этот вопрос. Отвечая на ваш первый вопрос, нет, я не думаю, что мы разочаровали рынок. Мы практически оправдали их надежды. Мы не можем говорить, что наша коммуникация с рынком последние 3-4 месяца была неправильна, то есть как будто мы одно говорили, практически сейчас сделали другое. Нет, все, что мы говорили, мы это и сделали. И он говорит, я думаю, что рано или поздно рынок это оценит. Все. Вот четкий ясный ответ. То есть господин Драги утверждает, что те меры, которые были приняты, они достаточно адекватные. Нельзя сказать, что они слишком не агрессивные, что они разочаровали рынок. Все нормально, он говорил, мы об этом говорили, мы это и приняли. Вот и все, соответственно, я иду к календарю. И давайте посмотрим, какие еще события были после этого. Хорошая статистика вышла по США по первичным, вторичным заявкам на пособие по безработице, но индикаторы в секторе услуг резко упали. И от ISM института практически ноябрьская оценка резко снизилась до 55,9. Это разочаровало существенно, видно, и инвесторов по доллару, потому что это ключевой индикатор, и, соответственно, это был некий негатив для доллара. Но в это время выступала госпожа Джанет Йеллен, которая подтвердила свою оценку по американской экономике в среду. То есть она и в среду выступала, и в четверг, и все время утверждает, что американская экономика идет по нормальному пути, что вся статистика, которая выходит в последнее время, указывает на то, что их цели будут достигнуты. Госпожа Джанет Йеллен все-таки намекнула, что в конце недели, а именно сегодня, публикуется статистика по рынку труда. У них в дополнение еще несколько экономических индикаторов, и инфляция публикуется в преддверии следующего заседания Федрезерва, которое будет состояться в декабре. Она сказала, мы в дополнение к всей этой информации, которую мы сейчас имеем, добавим и вот эти новые индикаторы, и в декабре с коллегами обсудим, стоит ли, не стоит ли повышать процентную ставку. Хоть госпожа Джанет Йеллен много раз говорит, и остальные представители тоже, нельзя обращать внимание на дату повышения ставок. Не важно, когда мы поднимем ставку, важно, какова будет траектория. Она говорит, рынок слишком много обращает внимание на первую дату повышения ставок. Соответственно, мы это тоже будем учитывать траекторию, но мне все-таки кажется, что тон госпожи Йеллен был достаточно позитивным. Он подчеркивает реальную возможность повышения ставок в декабре, так что если не разочаровает нас вот эти индикаторы сегодня и в середине месяца по инфляции, то вероятность повышения ставок в декабре достаточно высокая. Следующее. Рано утром розничные продажи по Австралии повысились. Это позитив. Индекс товарных цен по Новой Зеландии снижается. Японские индикаторы на самом деле утром вышли очень хорошими, потому что повышается и заработная плата, и потребительское доверие. Потребительское доверие, если не ошибаюсь, на двухлетнем максимуме. То есть экономические индикаторы по Японии начинают улучшаться. Будем следить за действительно статистикой, потому что она может уже в этом году действительно сформировать реальную вершину в паре доллар-японская иена. Мы в прошлом году говорили, что если Федрезерв в декабре начнет повышение ставок, где-то в конце года можем увидеть вершину в паре доллар-японская иена, то есть начало уже некого четкого ясного диапазона. Но когда Федрезерв отказался, я тоже отказался от этого сценария, помните, говорил, мы переносим это на более поздний период. Вот сейчас, если сейчас начнут цикл повышения ставок, то уже в этом году можем увидеть формирование некой вершины. Что у нас сегодня впереди? Производственные заказы по Германии были опубликованы. Во второй половине, тоже индекс потребительских цен по Швейцарии, достаточно важный индикатор. Но, конечно, в 16.30 публикуется вся статистика по рынку труда и вся статистика по рынку труда по Канаде. Вот эти индикаторы сыграют очень важную роль, конечно, для канадца и по большому счету для американского доллара. Хорошая статистика – это хорошо для доллара, слабая статистика может надавить на доллар. Обращаем внимание вместе на все индикаторы. Конечно, нужно, чтобы non-farm payrolls был как минимум от 170-180 тысяч
чтобы мы говорили, что это нормальная статистика. Безработица лучше, если упадет на 0,1%, потому что это будет уже вот этот желаемый уровень Федрезерва, то есть намного лучше будет, если упадет на 4,9%. Но и 5% значение неплохо, на самом деле, даже если безработица повысится чуть-чуть, в среднесрочной перспективе это неплохо, если это будет за счет увеличения participation rate. И, конечно, обращаем внимание, на первом месте на среднюю почасовую заработную плату. Все значения от 0,3% являются хорошими, 0,4-0,5% это уже очень серьезные индикаторы, которые будут указывать на потенциальное повышение инфляции. То есть сегодня эта статистика увеличит волатильность на рынке, она очень сильно может повлиять на американский доллар не только внутри дня, не только, конечно, во время публикации этих индикаторов, но и, конечно, в среднесрочной перспективе. Жду ваших конкретных вопросов. Если они есть по этим событиям, по календарю, пишите в чат. Какие у вас конкретные вопросы? Так, читаю ваш вопрос, потому что все остальные вопросы, докуда может дойти евро, кто что сделал, мы это комментировали, потом это посмотрим на графиках. Читаю то, что написал 6 Алтынов Константин. Есть вопрос, но для начала опишу ситуацию для ясности, а потом задам сам вопрос. Вчера я предполагал, что на ожиданиях новостей от ЭЦБ на рынке будет серьезное давление на евро, то есть предполагал, что евро ко всем парам внутри дня должен упасть, но также я ожидал пары рост фунт-доллар. То есть предполагалось, что падение пары евро-фунт даст толчку для роста фунт-доллара. Вообще утром выставил отложенный ордер, длинный по паре фунт-доллар и короткий по паре евро-фунт. Оп ордера сработали и впоследствии по евро-фунту стоп-лосс. По фунт-доллар сам закрыл, не дожидаясь тейк-профитов, в итоге остался в плюсе. Получается, что сам, того не осознавая, захеджировал свои риски. То есть я ожидал движения именно по евро, а в итоге доллар подешевел ко всем валютам внутри дня, что получается плюс на депозите, просто повезло. Но я рад, что вы заработали, поздравляю. Соответственно, это хорошо, когда вы заработали. Но видно, что других конкретных вопросов нет, мы переходим к графикам и начинаем, соответственно, с золота или с чистого доллара, как мы его уже называем, известное время. Что у нас есть? Нисходящий тренд продолжается. Я хочу сказать, уважаемый 6 Алтынов Константин, то, что вы написали, а в итоге доллар подешевел ко всем валютам внутри дня. Давайте мы сейчас посмотрим, если доллар подешевел. На самом деле такого одешевления я не вижу. Объясняю почему. Потому что вот сегодня пятница. Давайте посмотрим, где находился этот инструмент, цена этого инструмента вчера. Мы были на уровне 1057 в преддверии всех вот этих важных событий. Если мы уберем вот это решение ЦБ и посмотрим на американскую статистику, которая ключевая вышла слабая, я думаю, что даже и при слабой статистике доллар практически не отреагировал. По золоту 2-3-4 доллара вверх это вообще не движение. То есть никаких движений, можно сказать, вчера по американскому доллару, по самому американскому доллару я говорю, по моему мнению нет. На самом деле, что нам показывает этот инструмент? Мы находимся в нижней части вот этого диапазона.
Мы об этом говорили, что, скорее всего, в нижней части трейдеры закрывают свои позиции. Тут нет причин уже для некого сильного падения евро, но госпожа Йеллен путем своим оптимистичным высказыванием по американской экономике, то, что сохраняет вероятность повышения ставок в декабре, оправдывает нахождение золота, то есть силу доллара в этом диапазоне, чтобы мы находились в нижней части. Мы сегодня можем, например, при хорошей статистике по США снова увидеть некое тестирование вот этой впадины. Но я не являюсь приверженником того, что только на статистике по рынку труда золото так пойдет сильно вниз, то есть доллар начнет расти без остановки. Я еще раз хочу сказать, тот зеленый диапазон, который мы уже давным-давно обсуждаем, он есть у нас на графике, отображает уже типа некий реальный цикл снижения ставок. То есть либо уже начало цикла, либо в преддверии цикла, когда понятно, что траектория не будет очень низкая. Соответственно, мне кажется, что уровни около 1050-1055 мы все равно будем достаточно часто видеть. Даже если сегодня на хорошей статистике по рынку труда произойдет некое движение вниз, я бы с удовольствием закрыл некую опоздалую сделку, которую я сохранял, чтобы уже дождаться заседания Федрезерва и тогда понимать, имеем ли мы право падать или нет. Каждый, конечно, для себя сам решает. Идем к паре евро-доллар, потому что долларовый индекс — это пара евро-доллар, что у нас есть. Давайте мы сейчас посмотрим на пару евро-доллар. Соответственно, что у нас есть? Уважаемые зрители, что хочу сказать. Мы когда еще находились в верхней части и зашли в этот диапазон, четко и ясно мы говорили, что в паре евро-доллар пробой вот этих впадин очень сложен, чтобы мы спустились ниже этих впадин. Нужно, чтобы ЕЦБ принял некие серьезные меры. И как минимум последние 2-3 недели меня 6 или 7 раз спрашивали во время обзоров. Я всегда говорил, для меня серьезная мера, которая для начала может попытаться уже сделать реальный прорыв этих впадин, это увеличение программы количественного смещения в Европе от 15-20 миллиардов евро к текущим 60, то есть 75-80. Вот это уже некое более или менее существенное повышение. Все остальное практически является фиктивным для евро. И хочу сказать, рынок, он смотрит на вот эти меры, исходя из курса европейской валюты. То, что принял господин Драги, это достаточно важно. Это достаточно позитивно для европейской экономики, и меры достаточно хорошие для европейской экономики. Все вот эти 5 мер, которые они приняли. Конечно, для курса евро это не настолько значительно, учитывая, что мы находились уже в нижней части диапазона. И мы говорили, что господин Драги, он не смотрит, как будет там с курсом. Они, их цель, чтобы европейская экономика шла вперед. Меры достаточно хорошие, но ожидание рынка, что они могут расширить программу количественного смещения, не оправдалось. Идем дальше. Сейчас я вернусь к нашим диапазонам и на 4-часовом таймфрейме мы его рассмотрим. Мы говорили, вот они нижние пределы, 1.065.50. Вот ту синюю линию, которую я поставил тогда, на фоне ожиданий вот этих событий, мы говорили, здесь может быть любой рыночный шум до 1.08.50-1.09, вот то, что у меня верхняя часть синей линии, и нижняя часть приблизительно 1.05. На самом деле, вот эта синяя линия, которую мы здесь ставили, когда мы уже дошли до этого предела нижнего белого диапазона, полностью, по моему мнению, оправдалась. Вот она, волатильность. Ну, конечно, вчерашняя волатильность была чуть выше. Если мы посмотрим, здесь получается где-то на 60-70 пипсов выше. Действительно, чуть на 60-70 пипсов выше вот этой верхней части синей линии. Но о таких волатильностях мы говорили, поэтому я на текущей неделе говорил, что я бы по вот этим валютным парам, где предполагается, что будут важные события, не рисковал бы, потому что здесь не было никаких причин для того, чтобы мы так спокойно пошли вниз.
Поэтому мы говорили, лучше дождаться заседания ЕЦБ, и если они действительно расширят объемы, всегда можно подключиться. Но все-таки психологическое давление на евро сохраняется. Мне самому лично кажется, что при хорошей статистике по non-farm payrolls и по росту заработной платы сегодня, если это будет, потихонечку в преддверии заседания Федрезерва мы снова идем к уровню 1.06-1.06. То есть вот этот прыжок вверх, который произошел вчера, очень быстро может исчезнуть. Если в ближайшие две недели, имею в виду, если сегодня выйдет хорошая статистика по рынку труда. Но, уважаемые зрители, лично мое мнение, если сегодняшняя статистика разочаровывает инвесторов, тогда мы идем к верхней части вот этого диапазона, то есть это уровни 1.10.5-1.11.30. То есть вот он диапазон, просто я сейчас его передвину на самом деле. То, что мы имели. Вот он диапазон. Хорошая статистика по нонфарму и по заработной плате. В ближайшие две недели идем вниз. Эта вершина, которая сейчас потенциально строится, открывает хорошую возможность для открытия таких сделок. И наоборот, после вчерашнего события ЭЦБ, если мы вечером не увидим хорошую статистику по рынку труда в США, нет смысла, потому что в преддверии заседания Федрезерва мы можем увидеть еще один прыжок. Надеюсь, здесь четко и ясно понятно. Все действительно прокомментировано. Идем дальше. Фунт-доллар. Что у нас в паре фунт-доллар? Я говорил, что пара фунт-доллар, она намного стабильнее, фунт намного стабильнее евро. Видно, что волатильность меньше и, конечно, фунт коррелирует с европейской валютой. Поэтому, возвращаясь к вашему комментарию и к вашему объяснению, шести алтенов Константин, по поводу вашего хеджирования, мне лично кажется, что вам немножечко повезло, потому что у вас вот эти сделки, которые вы совершили по обеим парам, они не являются неким таким хеджем. По моему мнению, просто там вам, скорее всего, повезло, потому что фунт коррелирует с европейской валютой. Фунт действительно коррелирует с европейской валютой. Доллар, австралийский доллар. Давайте мы сейчас посмотрим, какова была реакция вчера американского доллара. Вот она практически реакция американского доллара. Со вчерашнего обеда мы были на уровне 73.20, 15-20 пипсов вверх, 15-20 пипсов вниз. То есть, если мы включим линейный график, видим, что практически последние 24 часа здесь отсутствовали движения. Здесь есть максимальное изменение на 50 пипсов где-то. 50 пипсов или 60 для пары австралийский доллар-доллар – это ничтожное движение. То есть мы видим, что почти никакого движения вчера не было по американскому доллару. То есть доллар не падал, не рос. Соответственно, возвращаемся к нашему предыдущему выводу, что если сейчас формируется вершина, это может подтвердить только хорошая статистика по рынку труда сегодня вечером. То есть по паре австралийский доллар и новозеландец мы на протяжении этой недели достаточно говорили. Предпосылка для появления возможностей по этим парам – это сегодняшняя статистика по США. Хорошая статистика потихонечку здесь рисуется вершина, и мы можем пойти снова вниз в преддверии заседания Федрезерва. И наоборот, при слабой статистике мы можем подняться к верхним пределам вот этой вершины 74. Так что здесь все четко и ясно, все понятно. Вышла хорошая статистика рано утром по Австралии, которая сохраняет австралиец на вот этих высоких, на первый взгляд, на мелких таймфреймах уровнях. Новозеландец. Один к одному логика. Если сейчас формируется вершина и мы медленными темпами пойдем вниз, зависит от американской статистики. Тоже видно на мелких таймфреймах, что здесь практически со вчерашнего дня практически нет никаких значений, изменений. 30-40 пипсов это незначительное движение для новозеландца. Давайте мы посмотрим на часовом таймфрейме, какие движения там в течение дня или двух являются большими. Даже вот эти движения по сравнению с вот этими свечами, которые раньше были здесь, они, эти свечи последние дневные, являются мелкими. Логика то же самое, как и по австралийцу. Если сегодня вечером выйдет хорошая статистика по США, она может
начать формирование некой вершинки. И наоборот, хочу подчеркнуть, новозеландец чуть сильнее австралийца все-таки на сегодняшний день. При слабой статистике по США мы идем к этой вершинке. 68 там с половиной, 69 приблизительно. То же самое и по австралийцу. То есть по этим двум парам все четко и ясно расписано. Конечно, это мое видение. Каждый для себя сам решает. Доллар-иена. Мы движемся в неком таком маленьком консолидационном боковичке. Здесь чуть прикасаемся вверх, чуть вниз. Но извините, но вы же понимаете, что вчера, когда вышла слабая статистика по США, вот здесь, вчера практически было третье число, мы видим, что американская статистика выходила вот здесь. Это 16-17 часов у нас на сервере. Но она надавила на пару доллар японская иена, прикасая ее к нижним пределам, учитывая, что и сегодня рано утром вышла хорошая статистика по США, а по Японии, мы полностью оправданы, что находимся вниз. Что может произойти? В паре доллар японская иена при хорошем индикатором по рынку труда потихонечку снова медленными темпами начинаем идти вверх. И наоборот, при слабой статистике по рынку труда, здесь мы спокойно до 1.21 можем упасть. То есть мы здесь находимся, быки и медведи, в неком потенциальном таком центре. При хорошей статистике по США медленными темпами идем вверх. При слабой статистике по США немножечко спокойно на фигуру или полторы можем упасть. Доллар-канадец все время тестирует уровни 1.34. Я думаю, что сегодня в 16.30 определится судьба вот этой валютной пары. Если статистика будет в пользу американского доллара, первые попытки для прорыва мы можем увидеть не только сегодня. Если не сработает, то в начале следующей недели, так как сегодня пятница. Не знаю, насколько рынок будет учитывать некую статистику сегодня. Просто при хорошей статистике может оказаться иногда, что она начинает отыгрываться в понедельник. И наоборот, хочу сказать, что если статистика по США будет слабой, мы возвращаемся к зеленому пунктиру. Соответственно, я здесь поставлю две линии. Первая красная, то есть статистика против американского доллара. Мы тогда потихонечку идем к зеленому пунктиру. Вот это уровень 1.3150 приблизительно. И наоборот, при хорошей статистике по США мы начинаем как минимум пытаться сделать прорыв. Прорыв вот этой вершины, насколько он будет реальным, я не могу сказать на сегодняшний день, так как пятница, но это предпосылка для первого прорыва уже вот этой локальной вершины. Думаю, что это понятно. И хочу еще раз сказать, я не утверждаю, что это на 100% сегодня при слабой статистике мы сразу пойдем вниз или при хорошей сразу вверх, так как пятница, после вот этих всех событий на этой неделе, рынок может передумать по выходным и в понедельник начать отыгрывать некие движения. Доллар, швейцарский франк, что здесь есть? Вот он, бонус для трейдера. Что значит бонус для трейдера? Четко и ясно мы говорили, что просто так мы не можем пойти вверх, вот здесь. Здесь нужно, чтобы либо ЭЦБ ничего не принял, и тогда уже следим за американцами. И, соответственно, вчерашнее решение, которое ЭЦБ принял, я не думаю, что они настолько негативные для евро, чтобы они были, имею в виду, чтобы они были настолько позитивными для франка. Соответственно, это бонус для трейдера, когда франк косвенно из-за роста евро вчера, и он вырос против доллара. Так что, если сегодня выйдет хорошая статистика по США, это очень хорошая возможность подключиться к потенциальному дальнейшему росту от более низких уровней. Соответственно, для меня эта пара, как мы говорили на протяжении этой недели, является достаточно интересной после заседания ЦБ. То есть, и даже пара евро-доллар уже является интересной после заседания ЦБ. Конечно, доллар-швейцарец более легко можно ее определить. Соответственно, если сегодня американцы покажут хорошую статистику, это фундаментальный сигнал для покупки вот этой валютной пары и для вероятности заработать достаточно хорошо.
То есть вот сколько много возможностей, как мы говорили, лучше дождаться по этим европейским валютам до конца недели, когда опубликуется заседание ЦБ, то есть после заседания ЦБ посмотреть, что как будет, что они приняли. И вот сегодня американская статистика определит полностью судьбу вот этой валютной пары. Жду ваших конкретных вопросов по ключевым парам, если они есть, пишите в чате. Шести Латынов Константин, вот на ваш вопрос я вам уже сказал, вот вы меня спрашиваете, я правильно ли понял, что в дальнейшем не стоит искать корреляцию между парами евро-фунт и фунт-доллар? Давайте еще раз хочу сказать, между валютами евро и фунт есть существенная корреляция. То есть между европейскими валютами из-за экономической связи есть корреляция, надеюсь, это понятно, это я много раз говорил, соответственно, я не понимаю, почему вы сейчас написали, не стоит искать корреляцию. Я все время говорю, что между европейской валютой, между евро и между фунтом есть сильная корреляция, и она на сегодняшний день достаточно сильная. В разных моментах она может быть чуть выше, чуть ниже, но на сегодняшний день, когда принимается важное решение по монетарной политике, корреляция намного сильнее, чем в тех моментах, когда нет таких радикальных решений. Соответственно, еще раз хочу сказать, как и очень-очень много за последний месяц, что между европейской валютой и между британским фунтом есть достаточно сильная корреляция. Сахаров Константин, в случае неповышения ставки ФРС с декабря доллар может упасть еще сильнее до 1.14. Посмотрим, давайте посмотрим, каковы будут меры, потому что неповышение ставки это слишком относительно. Представьте себе, что они в декабре не повысят ставку, но укажут на то, что запускают уже механизм тестирования повышения ставок, и чисто технически они поэтому не приняли это в декабре, оно будет в январе. И укажет даже траекторию повышения ставок. То есть тогда возникает вопрос, это повышение или не повышение. То, что они указывают, что технически сейчас запускают эту процедуру, и она будет принята в декабре, все равно это для меня повышение. Так что все вот эти решения по монетарной политике, нужно в это время их обсуждать, когда уже мы видим, какой текст там опубликован. Следующее, то, что написано, в случае, не знаю, по-моему, лучшая пара это доллар и франк, играю 4 дня и в плюсе только пока на демо-счете. Хорошо, вам удачи, каждый для себя, хочу сказать, выбирает определенные пары, я всегда говорил, потому что я раньше проводил вводные курсы, когда меня, какая валютная пара самая лучшая для торговли, есть универсальный такой ответ, ту пару, которую вы лучше знаете. Когда вы выучили некую пару, конечно, для вас она самая лучшая, в том числе, если вы считаете, что вы ознакомились с парой доллар-швейцарский франк, в вашем случае, конечно, это для вас является наилучшей парой. Вам тоже огромное спасибо, Иван Михаил. И давайте последний вопрос, который я вижу в чате. Ну, это в основном идет дискуссия между участниками. По поводу этих обзоров и по поводу всех аналитических обзоров, все это выкладывается на страничке YouTube. Вот ее показываю, youtubealpari.ru. Здесь на нашей страничке в
самой-самой нижней части, вот где здесь все видео, публикуются все вот эти аналитические обзоры разных преподавателей, разных аналитиков, мнения могут отличаться. Вот мой обзор через 15-20 минут здесь появится. Вот, например, все предыдущие вчерашние обзоры. Еще раз хочу вам сказать огромное спасибо за то, что вы сегодня подключились. Нам, соответственно, пора заканчивать. Всем еще раз желаю хорошего дня, удачи. Учитывайте, что сегодня в 16:30 публикуется очень важная статистика по США, которая в конце недели может уже сформировать некую такую общую картинку по мажорным валютным парам. То есть если по США выходит действительно хорошая статистика, это по non-farm payrolls, в том числе если безработица снизится на 0,1% и заработная плата вырастет от 0,3%, чем больше, тем лучше, то доллар практически в тех валютных парах и инструментах, которые мы прокомментировали, где есть потенциальные возможности, думаю, что действительно там можно действительно подключиться и на этом заработать. Всем желаю еще раз удачного дня и до следующей недели. С вами был Василий Петков, Инвестиционная академия Альпари.